Дорогие друзья, мы с вами находимся в поселке Зеля, примерно 50-60 километров от Баку. Некоторые говорят конец географии, я говорю очень даже оригинальное местечко. Поселок Зеря. Почему вообще Зеря? Говорят, типа одна из версий, граф Потемкин, приехав сюда, сказал: «Ах, зря я приехал сюда, ах, зря!» И стало Зеря. По другой версии слово Зеря переводится как «яма». Тут есть футбольный клуб, красивый парк, много достопримечательностей, хорошие люди живут, но одна из главных изюминок Зеля – это, конечно же, парники, где выращивают маленькие огурцы и маленькие помидоры. Вот, идите сюда, посмотрите. Вот они. Эти огурчики называются патрон, а эти помидорчики называются помидорчики. Самые вкусные. Зеря. Вы никогда не приедете сюда зря, потому что вы в Зеря.